Друг я тебе или не друг? Конечно, нет. То есть, конечно, друг. И тогда что мы будем делать? А коли друг, так пойдем со мной. Я тебя из беды выручу. Пойдем. Имя Александра Лебедева у большинства жителей постсоветского пространства не вызывает никаких ассоциаций. А ведь фильмография этого замечательного актера более 150 ролей. Он был королем эпизода, и его фамилия появлялась лишь в последних строках титров. Поэтому зрители помнят сыгранных им героев, но не знают имени человека, создавшего эти образы. Вспомним забавного милиционера из фильма «Джентльмены удачи», бандита Генку из «Рожденных революцией», соседа Витю из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая». Все эти колоритные персонажи воплотил на экране Александр Иванович Лебедев. Александр Лебедев родился в 1930 году в небольшом подмосковном городе Воскресенске. Здесь он учился в школе и посещал драматический кружок. Получив аттестат зрелости, молодой человек отправился в столицу поступать в ВГИК. Стать студентом института кинематографии ему не удалось, но по рекомендации Тамары Макаровой он был принят в студию при Центральном детском театре. Чуть позднее его зачислили в ГИТИС, который юный талант закончил с отличием. Некоторое время Лебедев работал в Московском театре юного зрителя. В 1954 году он начал сниматься в кино. Театральная карьера была оставлена. Актера приняли в штат киностудии «Мосфильм», где он проработал более 50 лет. Александр снимался у лучших советских режиссеров – Григория Кахана, Михаила Колотозова, Гавриила Егиазарова. К сожалению, великие мастера советского кинематографа предлагали ему лишь небольшие роли. Специфичная фактура актера, маленький рост и озорное моложавое лицо не подходили для воплощения образов главных героев. Александру легко давались комедийные персонажи. Он был очень достоверен в сложных драматических ролях и отлично вживался в образы отрицательных героев. Коллеги считали Лебедева очень талантливым, но опасались его нестандартного поведения. Работавшие с ним на одних съемочных площадках актеры отмечали в этом человеке некоторую невменяемость. Иногда казалось, что он просто дурачится, но на самом деле он время от времени совершал выходящие за рамки социальных стандартов поступки. Однако его странности никак не сказывались на качестве работы. Александр Иванович легко справлялся с задачами, которые ставили перед ним режиссеры. Со своей супругой Александр познакомился на «Мосфильме», где Анна Петровна работала простым маляром. В 1956 году у пары родилась дочь Тамара. Поначалу семейная жизнь актера складывалась благополучно. Дочка выросла, успешно закончила техникум, стала работать бухгалтером. Несчастья семьи Лебедевых начались в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. У Александра Ивановича выявили психическое расстройство. Душевный недуг был диагностирован также у его жены и дочери. Вся семья в полном составе наблюдалась в психдиспансере. Несмотря на проблемы с психическим здоровьем, Лебедев много снимался. Он ушел из профессии в возрасте 75 лет, когда у него стали отказывать ноги. Александр Иванович больше не мог работать. Потеряв дополнительный заработок, семья актера попала в весьма затруднительное положение. Прикованная к постели Анна Петровна и не контролирующая свое поведение дочь Тамара и неспособный самостоятельно передвигаться актер оказались на грани нищеты. Беспомощные старики доживали свои дни в тяжелых условиях. Александра Ивановича не стало на 82-м году жизни. Александр Иванович ушел из жизни в 2012 году, а через несколько недель после этого ушла из жизни и его жена. В памяти зрителей Лебедев останется веселым и беззаботным артистом, способным блестяще сыграть в коротком эпизоде и вызвать добрую улыбку. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.